Вот так выглядит мой велик в боевом положении. Две сумки артлибовские, все помещается спокойно. В одном еда, в другом спальные принадлежности и котелок с газом. Здесь мелочевка, водичка в гибкой бутылке, инструментики там какие-то, монтажки, запаски. Эта сумка, здесь у меня документы, деньги, паспорт, навигатор и сумка для мелочевки с пауэрбанком, бутылка воды.